Всем доброго времени суток! Это «Объектив», а значит, впереди рассказ о предстоящих новинках кино. Меня зовут Алексей. Поехали! Девушки бывают разные. Черные, белые, красные. Я не пою. Так называется новая русская комедия с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Немного о сюжете. Трое друзей приехали на отдых в Мексику в надежде хорошо провести время. Но вместо этого они попадают в невероятную историю с погонями на земле и воде, шпионами, перевоплощениями, ну и, конечно же, красивыми, ну очень красивыми девушками. В этом году мы с друзьями решили слетать в Мексику. Познакомьтесь, это Фил. We're Mexico! А это тюлень. Инфиланичен ты! Сегодня мы принесем этого петуха в жертву богам! Что вообще вчера было-то, а? Парни, мне очень плохо. Где мой петух? А? Петух? Ты петух, и он петух. Только он мне нужен, а ты нет. Отрежем яйца. Вырежи. Под корень вырежи. Они сбежали. Куда это? Такие дамы семенят своими маленькими ножками. Мы решили поучаствовать в соревнованиях по виндсерфингу. Мы можем выиграть 100 тысяч долларов. А на эти деньги можно купить и документы, и самолет. Самолет стоит миллионы долларов. Не придирайся к словам. Подскажешь, как зафражить одного русского мужчину? Брутальный? Очень. Полный. Накачанный. Как я? Нет, накачанный. Есть небольшое дежавю, но смех – лучшее лекарство. Любители российских комедий, запасайтесь попкорном и вперед за хорошим настроением. Давай определимся, мы либо тёлок клеим, либо от убийцы скрываемся. Знакомься, это моя давняя знакомая. После того, что между нами было, ты мне все время хочешь делать больно, ты меня еще ударишь. Тебе надо перестать быть такой ветреной. Ну что, пошли спать, тебе сегодня не стоит оставаться одной. Его-то могут убить. А меня-то могут чпухнуть. Давай по 50, по 50. Давай. По 50 на лицо. Вы понимаете, что мне пришлось там пережить? Обманула, обвела, запутала. Что хотела, получила, укутала. Ну расскажи, ну, какой он? Ты, наверное, невероятно счастлива. Девушки бывают разные. Черные, белые, красные. Но вся манера, как хочется, на что-нибудь заморочиться. Ты просто считаешь меня непривлекательной, да? Непривлекательной? Ты себя в зеркало, ты видела? Непривлекательно. Ты ж страшная, ты на мужика похожа. Добрый день. Мы бы хотели у вас работать. Эта работа – наша общая мечта с 9 класса. Сиськи накачала, наела. Вот сквозное, чё, вот. Ай, чё такое? Это мантуры чесал. Подъем! Поросенок! Простите, пожалуйста, я с этими погонями я реально не высыпаюсь, правда. Еще один фильм на сегодня – «Гемини». Режиссер этого фильма Энг Ли не только признанный мастер кино, но и большой фанат высоких технологий. Он одним из первых предложил использовать формат 3D для усиления драматургии. «Гемини» – это очередной, осознанный, выверенный по линеечке техноэксперимент, где каждая трехмерная капелька воды, летящая в зал с экрана, отправляется туда по мановению дирижерской палочки режиссера. Скажи мне, почему ты не смог его убить? Он предвидел каждое мое действие. Я загнал его в угол, потом я выстрелил. И он исчез, как призрак. Do you really wanna live forever? Кто он такой? Do you really wanna live forever?
Если вы видели хотя бы один боевик с участием Уилла Смита, то представляете себе, что вас ждет. Крутая стрельба, поездки на мотоциклах, драки и другие атрибуты экшена. А омоложенный на 30 лет двойник Уилла Смита выглядит настолько реалистично, что дух захватывает. Звезда Доктора Стрэнджа Бенедикт Вонг хоть и небольшим участием, но все же добавил фильму очарование. В остальном вновь дежавю почувствуют любители боевиков 90-х. Это ты. 25 лет назад они сделали тебя из меня. Они выбрали меня, потому что я особенный. Пора положить этому конец. У тебя все его способности, без его боли. Вы создали человека из другого человека. И послали меня его убить. Вы намеренно это сделали. Соберись, тебя сдерживает страх. Ты должен перебороть себя. Из всех людей в мире, почему они послали тебя? И завершим наш кинообзор фильмом, который уже неделю идет на больших экранах и приводит зрителей в неописуемый восторг. «Джокер» — это кинокомикс, который стал одним из самых ярких и запоминающихся. Триллер посвящен предыстории клоуна-злодея и главного противника Бэтмена. Его сыграл Хоакин Феникс. Кстати, актер проделал колоссальную работу для подготовки к роли. Помимо того, что он сильно похудел, также он научился имитировать три вида психопатического смеха. Лучший или нет, решать, конечно, вам, но, однако, ясно точно, Хоакин снова превзошел себя в профессиональном плане. Артур, вам легче, когда есть с кем поговорить? Моя мама всегда говорила мне: улыбнись и сделай счастливое лицо. Говорила, мое предназначение — приносить радость и счастье в этот мир. Это я? Или весь мир сходит с ума? Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. Что? If you smile, to your fear and sorrow. Smile, and maybe tomorrow you'll find life is still worthwhile. Что смешного? Урод! Готэм сбился с пути. Какой трус мог сделать что-то настолько хладнокровное? Тот, который скрывается за маской. Я думал, что моя жизнь трагедия. Но сейчас понял, что это комедия. На этом пока все. Не забывайте теплее одеваться и, конечно, получать много положительных эмоций от просмотра киноновинок. Кстати, это неплохой способ провести выходные. И не только. Я же с вами прощаюсь. Пока-пока.